главным направлением в поддержке малого и среднего бизнеса, как и при решении важнейших задач вывода экономики страны, действует на инновационный путь развития. Является борьба с коррупцией, с иррациональными административными барьерами и теневой экономикой. Меры по улучшению условий деятельности малых и средних предприятий нужно четко координировать с мерами по улучшению предпринимательской среды в России. Нет веры ни в судьбу, ни в карму, ни в совпадение, ни в правду, ни в теорию заговоров, ни в тушь, ни в какую другую тупую чушь. Вокруг начинающего черти что, а вот и хрен в кожаном пальто. Идет навстречу, не запылился, ха-ха, с поддержкой ментов явился. Творится с ним, пока мечтал стать кем-то другим. Спросят дань, как только начнет, выхлебнут, выбьют то, что копнет. С малым бизнесом черти что, а вот и хрен в кожаном пальто. Явился навстречу, не запылился, с поддержкой ментов открылся. Коррупция вышла на первое место в рейтинге трудностей и проблем малого бизнеса. Главным направлением в поддержке малого и среднего бизнеса, как и при решении важнейших задач вывода экономики страны на инновационный путь развития, является борьба с коррупцией, с рациональными административными барьерами и теневой экономикой.